визуальное преобразование текста. Текстовые эффекты в программе PowerPoint. Траектория движения. Дуга вверх. Дуга вниз. По кругу. Кнопка. Искривление. Вокруг рамки. Остановить. Треугольник вверх. Треугольник вниз. Угол вверх. Угол вниз. Искривление. Кольцо внутрь. Кольцо наружу. Дуга вверх. Дуга вниз. Кольцо. Кнопка. Искривление. Изгиб вверх. Изгиб вниз. Мостик вверх. Мостик вниз. Волна 1. Волна 2. Двойная волна 1. Двойная волна 2. Выпуклая линза. Искривление. Вогнутая линза. Выпуклое дно. Вогнутое дно. Выпуклый вверх. Вогнутый вверх. Вогнутость и выпуклость. Выпуклая линза в футляре. Искривление. Конус вправо. Конус влево. Конус вверх. Конус вниз. Наклон вверх. Наклон вниз. Каскад вверх. Каскад вниз. Чтобы применить к тексту эффект визуального искривления или траектории движения, левой кнопкой мыши выделить нужное слово. Выбрать в меню функцию «Формат». Затем чуть ниже, левой кнопкой мыши, кликнуть по строчке «Текстовые эффекты». В открывшемся окошке, левой кнопкой мыши, найти самую нижнюю строчку «Преобразовать». И в открывшемся окошке, выбрать нужный эффект, траектории движения или искривления.